для того, чтобы выйти за грань, надо понять, грань чего вообще имеет место быть, и только потом появляется возможность за это выйти. Потому что если человек находится внутри неведения, внутри обусловленности, внутри иллюзии, он и выходит этой иллюзии, он никуда на самом деле не выходит, он двигается внутри иллюзии под названием «я выхожу». А где находится память? Давайте я спрошу. До вообще практы я все рассуждал, что все находится в голове. Сейчас понятно, что все вообще поменялось, и я не могу найти ответ на этот вопрос. Вот. А давайте спросим, а посредством чего сейчас вы его ищете? Своего ума. Да. А ум знает это? Я понимаю, что ум, он очень много обманывает, я уже с этим не раз сталкивался. Когда вы взаимодействуете с собой больше и больше, вы привыкаете к тому, как ведет себя личность. Не привыкаете иметь в виду проваливаться в привычку, а вы узнаете, вы естественны в этом взаимодействии с личностью. Вы тогда начинаете замечать что-то, что находится еще рядом. Но если вы буквально умом говорите, так, я это не знаю, расскажите мне, я сейчас зайду умом и пойму, у ума ответа нет. Ум – обработчик. То есть вы должны выйти на ту чистоту, которая, грубо говоря, запредельной личности. А как выйти на чистоту запредельной личности? Хотя бы точно обозначить, что ага, вот я чувствую, что это я, а это моя личность. Тогда у вас появляется возможность двинуться куда-то дальше. Если вы к этому моменту, этапу не подойдете, как вы пойдете дальше? Посредством чего? Чтобы найти этот ответ, надо смотреть не просто на самого смотрящего, а на само смотрение. Как вы смотрите, что такое процесс смотрения? Как вы делаете вывод? Кто это? Что это за механизм делания выводов? Что куда запросило, что с чем сравнило и как подвело итог? Если вы не знаете этот процесс, то итог подводит вас к своему логическому разрешению. Помните, я на каком-то вебинаре, по-моему, в первом, когда человек говорит, купил книгу, истина, истина в последней инстанции, там все про Аллаха. Но он не видит, посредством чего он судит об этом. Поэтому надо разобраться не просто, куда вы смотрите, а посредством чего вы это делаете. То есть направить считывание на само смотрение, на саму логику, мы об этом тоже будем говорить, и на сам процесс делания вывода, как возникает вывод. А получается, вы смотрите, вы как бы говорили, вот она эзотерика, а вот он будет без пути. Я шел вот туда, а теперь я иду туда. А кто тот, который идет, из чего он состоит, как он функционирует, как он взаимодействует внутри, что это за механизм? Это вот я говорила про пример протеста. Привычка совать вот этот пистолет с топливом, она осталась. Там уже совсем другая машина, а человек привык вот это делать. Когда система меняет программы, да, срочно нужно что-то такое, чтобы отвлекло, чтобы человек не увидел нестыковок. Чтобы все было очень слитно, очень было логично. Самый большой опасный такой буфер – это логика. Я не говорю, что от нее надо отказываться, но ее надо взять под наблюдение. Логика должна служить вам, а не вы логике. Человек не может сделать прыжок отсюда сразу сюда. Это вообще никак невозможно, потому что вся его система, она настолько его пропитала, он не может мгновенно это переключить, всю эту притубацию пережить. Во-первых, это был бы неподъемно для психики и для тела, потому что тело само тоже ментал, это оседание, это ментальная энергия здесь. И, соответственно, человек потихоньку начинает смещаться. И получается, когда он смещается, вот это и появляется путь без пути, сам переход, сам мост. То есть человек оказывается тем смещающимся, самим вот этим мостом, как бы тем, кто уже не личность, как бы, потому что происходит разотождествление, отпочковывание от нее, но еще и не суть, да, не сущность. То есть он по дороге к этому. И наша задача сейчас максимально уловить. Вы должны почувствовать, что они звучат на разных частотах, на разных уровнях, даже физически на разных уровнях. Личность не замолкает. Просто человек перестает на нее обращать внимание. Он перестает ее считывать. Она как бы начинает маскироваться. Обязательно возьмите себе на заметку. Личность всегда апгрейдится. Всегда. Чем больше вы будете идти в какие-то глубины себя, тем больше она будет догонять вас и пытаться обогнать, чтобы вы не заметили разницу, потому что она понимает, ага, мы его теряем, он уходит, надо его вернуть любыми путями. То есть она тоже начинает
мутировать, видоизменяться, чтобы успеть обойти и опять затащить в воронку. Получается, что человек будет все равно соскакивать. То есть личность, которая возглавляет ментальный сон, то есть она самое главное действующее лицо, ядро, она будет затаскивать правдами-неправдами привычное состояние мышления. То есть это такая альма-матер ментала, где человек, ну, грубо говоря, всегда будет жертвой. Потому что человек не замечает паттернов своего собственного мышления. А раз он не замечает, он не вооружен. То есть он, как бы, знаете, как чужак, он в чужой территории, он ничем не управляет. Он может быть только таким гостем и ходить вдоль стеночки. Назначение голоса сейчас больше видно? Да, и я хочу сказать, что вот мысли, которые я даже сейчас озвучиваю, именно с помощью голоса, они идут как раз вот как будто вот из этой точки. Ощущение такое, что появляется некий такой контроль, то есть я могу говорить то, что я говорю. Вот немножко, может быть, нелогично что-то сказал, но вот такое ощущение появляется. Очень хорошо, что, а вот еще что я могу контролировать свои мысли, вот, наверное, вот так, наверное. Да. На самом деле, я сразу скажу, что будут периоды, я прямо на предвосхищение сразу вам показываю, например, чтобы не было паники. То, что личность в определенный момент и этот уровень будет пытаться взять под себя, и на какой-то момент вам кажется, что интервал есть, тут есть, а потом раз, и как будто его нет, и как будто вы опять куда-то провалились. Это значит, она добрала по вибрации и пытается обогнать. Мы про личность будем все время говорить. Она стимулятор, она провокатор, она тот механизм, то ядро, которое побуждает. Иначе здесь была бы стагнация. То есть она не является врагом, но неведение о том, как это работает, делает из этого врага. Потому что человек просто на незнакомой территории не понимает правила игры. То есть он идет по минному полю, не имея карты. Поэтому совершенно непонятно, в каком месте, но он взорвется все равно. Вот смотрите, вот часовщик, да, он одевает как бы специальный, да, вот этот глазок, и он начинает изучать этот механизм. Вот своего рода через это проговаривание, понимаете, это как появляется невидимый рисунок, как будто проступает. То есть голос начинает, как лакмусовая бумажка, начинает высвечивать что-то, что именно с самим собой, не по отношению к кому-то. Если вы говорите с кем-то, вы увлечены рассказыванием. Человек одно сплошное ухо, он как бы очень восприимчивый, сенсорный такой, сенсор у него работает, да, он считывает. И если вы не будете проговаривать, вы останетесь в интеллектуальном представлении. Даже я говорила, додумывание, у него есть специальный привкус. Если вы не будете в наблюдении, если вы не будете в проговаривании, вы никогда не отличите, когда на самом деле это откровение идет, а когда идет додумывание. Что заметил, чем чаще это упражнение делаешь, тем больше вибрация в теле идет. Она поднимается снизу и уходит до макушки. Освобождение, во-первых, от всяких беспокойств, касаемо по работе. Вот. В семье, благо, все беспокойства рассосались. Вот. Тоже, наверное, это все с вот этими практическими занятиями на протяжении этих месяцев. А вот по работе прессинг очень большой пошел. Видимо, вот ментал пытается вовлечь, причем разнопланово. И вот это беспокойство, оно снимается. Вообще, что такое этот проект и что это практика? Не дать рыбу, а дать удочку. Само умение ловить, умение пользоваться. Рыба один раз, она вам ничего не даст. Вам надо уметь самому рыбачить. Процесс разотождествления – это фактически процесс восприятия, потому что какие-то идеи, они начнут выхлопываться и отмирать, и это больно, потому что ум будет пытаться схватиться за какую-то определенность, за какую-то узнаваемость, а схватиться не сможет. Потому что то, куда вы идете, ума там не было. У него нет описания этого. Он будет пытаться из ресурсности своей, да, вот в английском языке слово capacity, грузоподъемность, оттуда черпнуть хоть какой-то. А что это такое, куда мы идем? И всячески, да нафиг надо, ты что, ты живи спокойно. Ой, слушай, у тебя ребенок еще заболел, потому что, слушай, это все неспроста, это все доброе и так далее. И пойдет. То есть это фактически идет распятие. И помните, есть такой анекдот, нельзя быть чуть-чуть распятым или чуть-чуть беременным. Вы либо туда, либо туда. Либо вы в этом есть тотально, вы продолжаете жить, вы ни от чего не избавлены, вы не сидите с умным видом, вы не делаете себе точки во лбу, как индусы, не говорите намасте. Ничего этого не надо делать, вы живете свою обычную жизнь. Но вы включены
и самое главное, вы в наблюдении со стороны. Вы в разотождествлении, вы начинаете удаляться, потому что пункт вот этот Б, а вот это пункт А, это сущностное, это дом себя. И тот, кто сдвигается, он выстраивает, как такая машина, которая сама кладет рельсы, да, вот она положила вперед рельсы и проехала этот поезд, да, положила рельсы и проехала. Или как паук, паутину из себя ткет и поэтому передвигается по этой же паутине. Так и здесь. Не построил, некуда двинуться, этого места нету, его нет на карте, это только собой. То есть человек — это сам выход.